Всем привет, дорогие зрители, и с вами снова Катя. Сегодня вновь на моем канале появляется такая рубрика, которую, как я заметила, вам очень нравится. Это несколько влогов в одном видео. Сегодня же у нас будет 4 дня, то есть 4 влога. И сегодня вы будете наблюдать за моей маленькой и в каком-то смысле даже интересной жизнью. Начнем с того, что проснулась я сегодня около 7 часов. На дворе 15 марта, сегодня был день рождения моей бабушки. Вот, с утра я позавтракала, сделала себе овсяную кашу с бананами, с семенами, также туда добавила урбич. И потом я накрасилась и пошла утром на Валберес, потому что нужно было забирать разные подарки. На этом кадре я уже распаковываю как раз таки собственно этот подарок. Этот подарок был от мамы с папой для бабушки. Мы его заказывали на Валбересе. И как вы можете догадаться, это был робот-пылесос. Он от бренда Xiaomi. И как раз таки я его очень долго настраивала, если честно. Но в принципе, в целом, нам очень понравился робот-пылесос, потому что он довольно таки хорошо убирает. Далее я немного пообедала и смотрела универ, кстати говоря. Я уже много раз говорила, что универ, именно старая общага, самое интересное для меня. Чуть позже мы отметили все это дело разными посиделками за столом, покушали фрукты, тортик обязательно, и я пошла на учебу в СТТ. Когда мы сидели в СТТ, была просто великолепная погода, был очень красивый закат, и как раз таки в такую погоду я успела прийти домой. Придя домой, я сразу же включила далее робот-пылесос, потому что в первый раз он не успел немного прибраться, потому что у него закончилась зарядка. Уже вечером, после того, как я сделала все уроки, начала делать тренировку. Сегодня в школе у нас также была проверка, и проверяли наличие школьной одежды и ногти. И как вы думаете, мне сказали убрать ногти просто под ноль и убрать весь гель-лак. С этими ногтями я проходила очень мало, около 1,5 недели, вот, но тем не менее они у меня проносились очень хорошо. Марта вся моя утренняя рутина вновь повторяется и не изменяется. С утра я тоже проснулась около 7-8 часов утра, сходила в душ, немного поела и потом взяла книжку по литературе и начала читать одно произведение, потому что в этот день у нас была литература не на дистанционном обучении, а именно таким прям обычным уроком. Вот, я потом взяла и выпрямила волосы, накрасилась и, конечно же, пошла, как обычно, в СТТ.
В этот день на ужин я перекусила немного сладеньким, потому что очень сильно захотелось его после вот такой вот трудной учебы. И потом немного посмотрела видео на ютубе, которое я не смотрела уже очень долгое время, и приступила к урокам, потому что без них никак, нужно было делать. После выполнения уроков у меня начался такой процесс релакса. Мы немного покушали, я попила вкусного компотика без сахара, кстати говоря, он был. Смотрели с Юлей 4 свадьбы и делали также такой вот пилинг для лица, который помогает мне избавляться от всех несовершенств на коже. Завтрак следующего дня у меня состоял такой же, как и предыдущего. На завтрак я кушала овсянку, теперь уже с яблоком и семенами. И в этот день стояла какая-то такая особенная атмосфера, которая у меня ассоциируется лично с сериалом «Н» с двумя «Н». Если кто понял, тот понял. Уже ближе к обеду я включила робот-пылесос для того, чтобы он немного прибрался. Потом повторила записи по обществу и приготовила на обед себе макароны с сыром. Они, кстати, получились безумно-безумно вкусными. Это мое любимое блюдо именно из макарон или из паст. Начну историю сегодняшнего дня. В целом, сегодня учеба прошла отлично, день был замечательный. И сегодня также была пятница. Вечером я ходила в центр за покупками, покупала продукты, потому что в субботу 18-го я потом целый день готовила. Потому что 19 марта у меня был день рождения, и мне наконец-то исполнилось 15 лет. Было мое 15-летие. Good morning, дорогие друзья! Наконец-то у нас сегодня 18 марта. С утра я смотрела сериал «Древний», кстати говоря, он мне намного больше нравится, наверное, чем сериал «Дневники вампира». С утра я немного освежилась, сделав маску для лица и сделала некоторые дела по учебе, которые я не смогла сделать в пятницу. С утра чуть позже я сходила в центр, докупила некоторые продукты и купила свечки, которых
я нигде не могла нормально найти. Пришлось все-таки взять эти радуги, но тем не менее они были очень довольно-таки милыми. А здесь уже начинается время готовки, и мы с сестрой готовили. В целом готовила все блюда я, потому что смысл этого дня рождения заключался в том, чтобы я сама приготовила еду и всех угостила, потому что это день рождения я праздновала без мамы, и все проводилось самостоятельно. И в принципе на кухне я провела около 5,5 часов, для меня это было довольно-таки много. Но я все-таки приготовила все, что хотела.